На дорогах областного центра пойманы сотни должников. С них взыскали 1 000 000 рублей. Об этом рассказали на пресс-конференции руководители двух ведомств – ГИБДД и судебные приставы. Об эффективности совместной работы расскажем далее. С помощью приложения «Мобильный розыск» сотрудники ГИБДД сканируют номер автомобиля и сразу узнают, есть ли задолженность у его собственника. Проверяются все долги, взыскание административных штрафов, алиментные платежи и другие. У автовладельцев даже забирали машины в том случае, когда они не смогли сразу погасить долги. По истечении 10 дней, если долг не погашен, то приставы приступают к реализации имущества. Но, как показывает практика, до такого редко доходит. Арестованы у нас 57 автотранспортных средств. После рейдов у нас все-таки большая часть граждан пытаются оплатить и стараются оплатить. То есть меньше процентов 30-40 у нас только уходит в дальнейшую оценку и реализацию. Вот, поэтому мы и используем вот этот формат именно рейдовый, да, чтобы, потому что он дает вот такую свою эффективность. Начальник управления ГИБДД по Тверской области отметил, что взаимодействие такого характера дает важный и нужный эффект. Человек, если он нарушил требования правил дорожного движения, должен понести заслуженное наказание. К сожалению, не все граждане это понимают. Плотное взаимодействие с службой судебных приставов нам позволяет таких товарищей, ну, скажем так, прямо ставить. Порядка 100 миллионов рублей в текущем году взыскано службой судебных приставов по тем постановлениям, которые через 70 дней после наложения административного взыскания мы направляем в службу судебных приставов в случае, когда граждане в указанный период не оплатили наложенные в отношении них штрафы. Узнать, есть ли у вас задолженность или нет, можно на официальном сайте исполнительных производств.